Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Телеграме, в Дзене и сходите на экскурсии. Все ссылочки в описании. Сегодня 13 июля. На улице солнечно. И остатки вчерашнего шторма не дают по-прежнему купаться. Вход в море строго запрещен. Море грязное, море волнуется, дует ветер, но жарит солнце, 30 градусов сейчас температура воздуха. Отличная погода, чтобы загорать. Я нахожусь сейчас на пляже пансионата «Зеленая роща». Вот он, собственно, наверху, на горе. Если будете ехать по железной дороге, то легко узнаете его вот по этому эллингу. У меня была экскурсия, я уже не первый раз здесь. Можете посмотреть видео на канале. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!